давай. Кстати, терпильненько так. Терпильненько? Ну, подтормаживает, конечно. О, бля, это ж невозможно играть. Ну ладно, поиграем немножко. О, а это что за лаги? Хуять, у меня сбивается наводка. Не, ну как бы терпимо идет, но, блядь, видно, что тормозит. Точнее, это, скорее всего, не видно, а чисто слышно. А, уроки квикскопа от Романа Трахтенберга, блядь. История. Не, не слышал. Идем дальше. Идем. Здесь какой-то дом написано Гибет. Кто-то кого-то гибет, сука, блядь, Андаинг, ёбаная жмень. Акбонь, говорит Андаинг. Опачки, блядь, нахуй. Опа, как я охуенно орудую ножом, блядь, все видели. Сука, потом специально вырежу, блядь, три раза в повторе замедленно покажу. Охуенно, я мастер. Пиздеть, не мешки ворочать. Пиздеть, не мешки ворочать, как-то раз сказал, блядь. Мешки не ворон. Никитка. Никитка, блядь. Жопа. И накидка. Не Мирка, блядь. Опачки, блядь, сучка, шлюшка. Грязная. Пиздюшка. О, о, теперь у меня все пидоры на карте. Прикрой, призержаюсь. Сука. Хули она не выстрелила? Нихуя такие лаги просто, блять, ад. Нахуй, если бы я убился с кого-нибудь, это был бы пиздец, это было бы второе пришествие, нахуй. Баш, блядь. В кашу, нахуй. Я же, блядь, сейчас... Сука, я же, блядь, сейчас, нахуй... Как нахуй, блядь, я сейчас хуй дык. Мимо, блядь. Ебык, блядь. Клеймор, хуеймор, блядь. Пиздец, так целиться невозможно. Ну прикиньте, я подбираю томагавку и уёбываю противника. Ну что за хуйня? Нет, тут не вышло, блядь. Квиком не получил. Али! Грязная шлюха. Но я, блядь, почти победил своих друзей по рабству. В этом анальном плену нет места слабым. Блядь, вот если какая-нибудь шлюха сейчас не та убьет, не ту... Мне, ну, блядь, очень понравилось, как ты на Клеймор, блядь, на мой паза повелся. Ну, Клеймор это, блядь, было вне, так сказать. Вне очка. Вне записи. Ну, ёбаный говно. Ёбаный говно. Сука, я это видел, но, правда, пропустил там, блядь, но было видно, что кто-то уебался на чёрт. Противник вызвал транспорт снабжения. Внимание, машинка противника. Так как у меня все лагует, я буду чисто ножом пользоваться. Нахуй там, блядь, крики. Машинка. Я слышу машинку. Ёб твою мать, нахуй. Тихо, я прячусь. Ёбаный в рот. Сука. Она еще постояла, блядь. Да это вообще капец, блядь. Противник вызвал. Амнезия, нахуй. Ой, блядь. Интересно, мне сейчас Windows скажет, Роман, иди нахуй, места нет. Сто пудов. Хотя я недавно что-то там удалял, блядь. Посмотрим. I mean, you know, блядь, кто-то сказал какую-то хуйню, и я взорвался. Ну, они всегда так. Пруф. Вот это, блядь, четкая фраза. Кто-нибудь скажет какую-нибудь хуйню, и начинается война. Вот. Нет, блядь, да... молча ебали, блядь. Кто-нибудь скажет какую-нибудь хуйню, и жопа разрывается. Чё? Да пиздец, блядь. По-моему, все фраги, которые я сделал, это были не снайперками. Это были случайно. На, нахуй, пидор, блядь! Получилось. Получилось. О, блядь, Джокер нападает. Джокер нападает на всех. Жлокер. Жлобень. Привет, привет. О, блядь, кто-то хуярит электричество. Кто-то хуярит электричество. Не, ну это хуйня, блядь, что за лаги, блядь? Нашу два в воздухе. Какие лаги? Джокер умер, слава богу. Пиздец, кстати, Джокера, блядь, убили везде, нахуй. Ну ладно, это не по теме. Джокер это как... Капец. Как Жора, только Джокер. Это типа как Курт Кобейн, только Джокер, блядь. О, нет! Кто-то получил по горлу ножом. Кто же это был? Кто это был?
Бля, а чё у меня альтанос? Не знаю. А, ебучее обновление, блядь. Связь прервана. У кого-то ебучее обновление. Всё, блядь. Нет. Охуенно, всем пока.